Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать на наш сайт MySanatorium.com, где вы можете выбрать и бесплатно забронировать онлайн-способом санатории и спа-отели. Меня зовут Юлия Кравченко. Я являюсь персональным ассистентом онлайн-сайта MySanatorium.com, где я и вся наша команда в любое время и с удовольствием поможет вам решить любой вопрос по выбору санаторно-курортного лечения. Для начала хочу вам рассказать, как MySanatorium может помочь вам правильно выбрать лечебный курорт или санаторий. У нас работает служба поддержки клиентов. Вы можете обратиться к нашему консультанту через онлайн-чат или связаться с нами по указанным номерам телефона. Вам помогут подобрать не только курорт, но и конкретный санаторий либо спа-отель, направленный на лечение определенного заболевания. У нас также работает штат ведущих профессиональных врачей-курортологов по Европе, России, Украине и Белоруссии, знающих специфику той или иной страны, либо региона, у которых вы можете получить бесплатную консультацию, заполнив на нашем сайте формуляр. Ответ придет на ваш email в течение 48 часов. Для нас важно предоставить вам полную информацию о санатории либо спа-отеле, грамотно и с умом помочь вам подобрать санаторий, который необходим для результативного лечения вашего заболевания. Также мы предоставляем помощь с оформлением визы, обеспечиваем трансфер от аэропорта до санатория, поможем найти вам авиабилеты. Наша цель – это максимально позаботиться о вас и организовать вам полноценный отдых и эффективное лечение. На что следует обратить внимание при выборе курортного города или санатория? После прохождения основного лечения у вашего лечащего врача вам рекомендуется пройти санаторно-курортное лечение либо реабилитацию в санатории. Для чего это нужно? Для того, чтобы закрепить результат и поддержать ваше здоровье в целом. Однако следует учитывать, что лечащий врач не всегда знает четко особенности специализации курортов, а туристическое агентство, к сожалению, имеет своей целью выгоднее продать путевку, не всегда заботясь о том, что вы в итоге получите. Поэтому для того, чтобы определить лучшее и эффективное место для вашего лечения, мы бы хотели отметить, что у каждого курортного региона есть основная и вторичная специализация. Что это означает? Это означает, что в зависимости от совокупности природно-целебных факторов разные курорты лечат одно и то же заболевание с разной степенью эффективности. Давайте приведем примеры. К примеру, основной специализацией курорта города Ессентуки является гастроэнтерология и эндокринология, а вторичной – гинекология и урология. Допустим, врач рекомендует вам пройти реабилитацию сердечно-сосудистого заболевания в Марианских Лазнях, зная, что это один из лучших курортов Чехии, но не учитывая, что в данном регионе основной специализацией курорта являются урологические заболевания, а сердечно-сосудистые заболевания являются, к сожалению, лишь вторичной специализацией. Хочу также обратить ваше внимание, что существуют узкопрофильные курорты, где лечат конкретную группу заболеваний, например, заболевания сердечно-сосудистой системы или заболевания опорно-двигательного аппарата. И также существуют многопрофильные курорты, где природные средства данного региона одинаково эффективно могут лечить разные группы заболеваний. Однако, как показывает практика и по совету очень многих врачей, лучше ехать на узкопрофильные курорты и лечить основное заболевание, чем пытаться вылечить весь организм за один раз, так как вы перегружаете свой организм от комплексных процедур. Пройдя лечение основного заболевания, через несколько месяцев вы можете вернуться и выбрать, к примеру, другой курорт и заняться лечением этого заболевания. Поэтому очень важно изучить курорт, на который вы собираетесь ехать, чтобы лечение вашего основного заболевания не оказалось вторичной специализацией этого курортного региона. Дорогие друзья, мы с радостью вам поможем с выбором санатория. Вам нужно просто нам написать или позвонить. Не бойтесь задавать много вопросов. Это очень важно и поможет нам порекомендовать лучшее место для вашего лечения и отдыха. Давайте поговорим об основных правилах при выборе эффективного лечения в санатории. Мы должны учитывать, проведена ли в санатории минеральная вода. Именно процедуры на основе природной термальной воды дают максимальный эффект. Также важным критерием является наличие диетического питания. Во многих санаториях врачом составляется и контролируется индивидуальная диета. Это является обязательным условием эффективного лечения желудочно-кишечного тракта и обмена веществ. Мы должны учитывать, предоставляет ли санаторий медицинское обследование и лабораторные анализы, для того, чтобы врач мог более точно назначить вам курс процедур. Также важно это наличие собственного больноцентра в санатории. Некоторые процедуры требуют соблюдения определенного температурного режима. Также обратите внимание на выбор процедур. Выбор процедур должен быть максимально большим для лечения вашего заболевания. Также обратите внимание на наличие собственного бассейна для занятия по лечебной физкультуре. Это особенно важно при лечении опорно-двигательного аппарата. Обратите внимание, что есть ряд противопоказаний, при которых ехать в санаторий запрещается. Что это такое? Это все инфекционные заболевания в острой стадии, злокачественные опухоли в процессе лечения, часто повторяющиеся и сильные кровотечения всех видов, беременность, неспособность самостоятельно передвигаться и алкогольная зависимость. При этом всем также важно учитывать индивидуальную особенность организма, когда природные целебные факторы по-разному действуют на лечение в целом. На нашем сайте вы сможете найти большое количество санаторно-курортных учреждений, разделенных по регионам, а также видеоматериал, который коротко и четко даст вам всю необходимую информацию о лечении. Это поможет вам иметь начальное представление о том, что и как лечат в данных регионах, и выбрать санаторий. Какие документы нужно привезти с собой? Во-первых, это общие документы, паспорт. Также не забудьте, если с вами едут дети младше 14 лет, свидетельство о рождении. Во-вторых, необходимо с собой привезти результаты обследований. Например, рентгеновские снимки со сроком давности не более 6 месяцев, результаты компьютерной томографии, эхо и другие. Также результаты лабораторных исследований и УЗИ сроком не более 1 месяца. Помните, что именно эти документы помогут врачу-курортологу определиться с назначением курса реабилитации и поможет сэкономить время и средства на повторное прохождение обследования. Нужно также помнить, что медикаментозное лечение санаторно-курортный этап реабилитации не входит, либо их использование является минимальным. Поэтому препараты, принимаемые вами длительный срок, лучше взять с собой. Сколько времени необходимо для эффективного лечения? Чтобы максимально использовать лечебные свойства природных ресурсов, курс санаторно-курортного лечения должен составлять не менее 14 дней. Ну, вообще идеально 21 день. Лучше, конечно, если вам позволяет время, ехать в санаторий сроком не менее 17 дней. В какие дни желательно ехать на санаторно-курортное лечение? По совету врачей-курортологов, ехать на санаторно-курортное лечение желательно к концу рабочей недели. Почему именно так? Потому что в выходные дни в большинстве санаториев процедуры не проводятся. Это дает возможность адаптироваться к климату и проконсультироваться с вашим врачом-курортологом, который обследует вас и назначит соответствующее лечение. В заключение хотим добавить, что вы можете обратиться к нам совершенно по любому вопросу. Просто напишите нам на электронный адрес. Мы с радостью вам ответим и поможем с выбором санаторно-курортного лечения. Также вы можете написать нашей команде врачей-курортологов, заполнив формуляр на сайте, которые бесплатно проконсультируют вас в течение 48 часов и помогут сделать правильный выбор санатория. Дорогие друзья, благодарим вас за внимание. И мы надеемся, что данная информация поможет вам в правильном выборе лечения и отдыха.